Первая в мире. В России зарегистрировали вакцину от COVID-19. Зарубежные СМИ уже сравнили эту новость с запуском искусственного спутника Земли Советским Союзом. Заявки на приобретение 1 миллиарда доз вакцины уже поступили от 20 стран. В России же массовая вакцинация населения может начаться в октябре. Дмитрий Забродский подробнее. «Спутник В» – так назвали новую вакцину. Ее разрабатывали, проверили и зарегистрировали в рекордно короткие сроки. Ровно 5 месяцев понадобилось российским ученым, чтобы создать первый в мире препарат против инфекции. 11 марта ВОЗ объявила в мире пандемию COVID-19. И сегодня появилась вакцина с пометкой «Сделано в России». Одна из первых зарегистрированных, а где-то в мире уже зарегистрированы вакцины подобного рода? Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации на условиях. Есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первым. Над вакциной трудились десятки лучших военных вирусологов и биохимиков страны из 17 научных институтов. Платформой для нее стал препарат против вируса Эбола. 42 дня клинических исследований на двух группах добровольцев показали. Иммунитет к вирусу появился у каждого. Среди тех, кто испытывал действие нового препарата, были мужчины и женщины, военные и гражданские. Ради эксперимента они больше месяца провели в полной изоляции. Проверила эффективность вакцины на себе и дочь Владимира Путина. Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Производство вакцины в России начнется в ближайшее время. К концу года планируется довести выпуск до 10 миллионов доз в месяц. Первыми новый препарат получат врачи, учителя и пожилые люди. Массовая бесплатная вакцинация населения России начнется в октябре. И уже сейчас Россия получила заявки на приобретение 1 миллиарда доз препарата от COVID-19 из 20 стран мира. Дмитрий Забруцкий, Мир 24.